Доки трэш, блядь. Так, тут у нас сокровища есть. Сейчас мы сокровища пособираем, потом. А, спасите! Эй, а ну-ка иди сюда. Что тебе нужно? Давай. Он хочет убить меня. Ты плохо слышишь? Отойди нахрен и побыстрее. Ты засранец. Проваливай. Дай его. Да для чего они здесь стоят, блядь, для личной охраны Хойта. Ой, блядь, ладно. Не-не-не. Отказываемся от миссии. Мы не будем миссию эту проходить, пока не пройдем все оставшиеся миссии. У нас оставшаяся миссия одна, а есть еще. Сейчас мы пройдем ее. Слышь, я смотрю, тебе хочется пострелять. Да не в кого. Самое странное приветствие, которое я слышал. Сета, помогаю пропавшим иностранцам и даю им работу. Наверное, ты видел четверку таких? Видишь, где я стою? Ближе к острову и подходить не стану. Вредно для здоровья. Но раз ты там бродишь, мог бы принести мне кое-что. Оттуда, где стрельба? Тебе решать. Когда пираты разнесли мою лодку, они украли несколько ценных вещей. Хочу вернуть 3 из них. Я знаю, кто их взял, и знаю, где они. Я покажу тебе. Первый парень всегда бухой. Вытащи часы моего отца у него из жопы, и он не проснется. Но не бойся. Они не в жопе. Следующий. Он игрок. Зависает с игроками в покер. У него ожерелье моей мамы. Третий. Сволочь. Берегись его. У него мой филейный нож. С рукояткой из розового дерева. Идиот убивает им людей. Попробую все вернуть. Удачи. Хочешь чего купить? Очень дешево, хорошее качество. Ожерелье старое не продашь? С лодки. Может быть, но за хорошую цену. И почем? Много, но можешь отработать. Ты как в покере? Там вот парни, акулы, разорили меня. Я хочу им отомстить. Как? Я хочу 300 баксов назад. Хочу, чтобы они плакали. Заставь их плакать, тогда получишь старое ожерелье. Еще и в покер играть, а что, нельзя их заставить просто? Отсосать и вернуть все, что они украли. Слишком богат, чтобы с нами играть. Присаживайся. Да похуй, ладно. Я подниму. Кол! Отвечаю. Пасую. Поднимаю. Отвечаю. Чувак! Добавим на кон. Отвечу. Поднимаю. Отвечу. Здорово. Привет. Круто. Я вот так буду одет, кстати, когда будет миссия, где надо будет броню взять. Вроде хорошая карта. Я подниму. Отвечу.
Отвечу. Не с этой карты. Поднимаю. Да бля! Отвечу. Райс. Ставлю все. Все, я хорошо просрал. А, нихуя, я выиграл. Райс. Да, детка, на все. Отвечу. Поднимаю. Я пас. Райс. Хорошо? Типа я хорошо в покер играю, да? Вдруг. Я подниму. Отвечу. Ставку вижу. Поднимаю. Давлю все. Здорово. Ты выиграл. Ты заставил их плакать, как девчонок. Да, я выиграл. Они плачут. Молодец. Теперь я вернусь и устрою им. Так я еще не за вас. Я в любом случае не предатель. Соберем с них все. Ты серьезно? Где еще? Ладно. Буква Ю по хую. Че, блять? Ладно. Поднимаемся. И ебашим. Эй, вот твои вещи. Это не просто хлам. У кого нет связи с прошлым, у того нет будущего. Вот, это за помощь. Спасибо. Эй, чао-какао. Пойду я, пока пираты не спохватились. Удачи. Ну и все, собственно.
Думаю, пока на этом все. Всем спасибо, всем пока. Это был Доки Трэш. Играйте в хорошие, охуенные игры, как это. Так, тут какая-то хрень происходит. Всем привет, с вами Доки Трэш. Сегодня мы продолжаем играть в Far Cry. И мы, наконец-то, общаемся с этим лысым чуваком из Brothers, который вперемешку с тем парнем из Postal 2. Чувак. Ну, тут уроки, конечно, вообще жестко не идут. А может, и идут. У меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. И, блядь, в Германии же нормально все. Из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Ничего себе. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Ну так говорят. Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Кто-то задумал. Най-най-най. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного. Забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Ну окей, свяжемся. Вот только, блять, в игре это все так легко просто, блять, убить, связаться с кем-то еще что-то. А по факту, блять, это ж пиздец. Ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все татау будут твоими. Если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь цитра и путь важны. Я знаю, что делаю. Удачи. Вот такие вот дела. Блять, а куда идти-то, господи? А, о, сюда. Че? А, все понятно. Тут просто эта башенка закрыла мне обзор, и все, и пиздец. Пизда этой башенки, нахуй. Ненавижу, блять, эту игру. Хотя багов здесь намного меньше, чем было в первый раз. Так. Трачу, блядь, свои ресурсы, блядь, хуй его знает как. Все закупился, сохранился, смотрите, деньги уже, блядь, там уже почти на максимум. 10 тысяч уже, блядь, скоро будет. И все равно, блядь, продолжаю тратить, нахуй, все. Зачем? Так. В принципе, я дошел уже до башни. Осталось только новичков там ёбнуть, которые прибыли на корабле к Хойту, переодеться и пойти. Иди нахер, я не знаю, что с той машиной. Я, блядь, не механик. По крайней мере, не в этой игре. Да и в реальной жизни. Что такое? Масло поменять, блядь, что там, аккумулятор поменять, все. Все нахуй! Тосол залить, блядь, водички там налить. Все, я все это все, что я умею, чувак. Я, блядь, не механик, нахуй, я вообще никто. Я в натуре как наркоман. Вот вижу кусты сразу, блядь. Кусты. Кусты. Трава, блядь. Хебаш ее
маленькой катаной игрушечной, острый только. Не серьезно, как маленькая катана. У меня вместо меча маленькая катана, вместо ножа, вернее. Ну это круто. Типа я сюда прибыл, а теперь я прибыл я сюда, я же теперь этот буду военный буду. Я буду военным, и поэтому мне нужен новый меч. У меня был изначально нормальный меч мачете, потом у меня был меч как у ракьет, нож. А потом я подумал, ну я же теперь буду как этим. Типа заходит, ну как временно, не по-настоящему. И все. Сука, говорящие, блядь, пидорасы. Ух. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Сокровища все, походу, внизу. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. А здесь есть сокровища какие-нибудь? Есть. Блять, я уже... Блять, мне все деньги есть. Я уже все оружие здесь купил. Вот на что я деньги этот вообще собираюсь копить здесь? Вот на что? Просто так, я алчный человек, походу, блять. Просто реально алчный. Чё, блять, глухой? Вот пока я тут, я буду собирать всякую хуйню. Нужно попросить прибавки. Это не так и трудно. Нельзя убивать, блять, а как мне-то вот? Жесткий режим стелса просто. Полапаем жопу, ладно. Так, идем. Нахуя мы в режиме стелса, блядь, хуярим? Как поживаешь? Я же обосрался, думал, что ты мне сказал. Как поживаешь, мудила? А, подожди. И никого там нельзя заснять, ладно. Ну ни хрена себе, я шпион, артист. Француз, блядь. Прям под носом у него увел сокровище.
Лучше бабу? Ну ладно. Может, они вообще-то все геи. Как, блядь, не этот... Мимо них протиснуться. А, блядь, так можно, что ли, было? За титьки старые пощупаем, лак. Идем. И что ты думаешь об этом? Смотри, что ты ведёшь, и увидишь, как я завалю женщину на броне. Имущество? Это мой остров, мой дом. Чего мне сейчас не хватает? Нормальной постели. Ну ебать, я, конечно, четко. Я думал, что не смогу. Блядь, ёптую мать. Был бы я акулой, я бы сказал, вкусняшка, ёптую мать. А будьте человеком. Знатно охуел. Так, здесь нету. Еще 3 недели и домой. Ну и все. Не успел, блять, обсмонать, ёб твою мать. А дырка в теле нет? Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Круто, я теперь наемник, ну ладно. Так, Хойт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки на этом острове хоть динозавров нет. Давай, как поживаешь? Следующий. На этом острове хоть динозавров нет. Это отсылка к тому, что будет блуд какой-то там, это дополнение Far Cry. Чист, Фостер. Пс, ну это приятно. Хочешь рубить бабла? А нахрена я так приехал? Местный заправил вас, недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом. А мы почему нет? Как же Хой? Хой позарился на это. У Хой-то полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Ха, прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй, проболтаешься о нашем разговоре. Следующие полочки. Считай ты труп. Так, мне плевать на то, что ты сказал, я, блядь, за сокровищами пришел. Как поживаешь? Да похеру, вообще, вообще, я похуево поживаю, на, вообще, где я тут убиваю, мне похуево. Так, идем сюда. Сюда, ай, ай. Чё за, блядь, солдаты Украины, смотри. Вот это сейчас будет жесткий момент, вообще жесткий, неприятный, блядь. А, мои румяные новобранцы. Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди. Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного... чудесного человека компания была богом.
Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, в компании есть три главных правила. Незыблемых правил. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Я бы обосрался на месте Джейсона Броди. Это же получается, что стою прям перед ними. Так и... Представляете, вот это лицо капитализма. Это такая вот фигня. На-на-на-на-на-на. Ну? Я речь послушать пришел. Эй, не выделывайся. Последняя стычка прошла неплохо. Блять, этот озвучка из Скайрима меня настораживает вообще. В Скайриме это бравые солдаты с такими голосами, а тут какие-то, блять, ублюдки. Ну ладно. Сейчас перемотаю. Ой, перемотаю. Сейчас просто. Сейчас не буду записывать, короче. Я сейчас просто хочу посмотреть все, что здесь есть. Так, мы здесь все забрали, блять, какой же алчный, а. Самое интересное, что я теперь продать-то я ничего не смогу, потому что, а смысл? Деньги-то есть, и то есть больше я не смогу заработать. Блять, еще сокровище нахуй, еще сокровище. Нет, сокровищ нет, наверное. Или есть? Нету. Наверху, блять. Ну ладно. Как там ходит, наверное, охерел. Я же все базы противника захватил. Все абсолютно. И всех там, все в башне пооткрывал. Все. То есть они не отбивают обратно. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства. Так. Здесь мы все? Здесь мы... Что-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит. Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, собери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Ай! Надеюсь, не так далеко. Далеко, наверное, будет точно. Очень далеко. Так далеко, что мне придется аж, блядь, пиздовать на другой конец острова. Ну, блядь, мы ж, блядь, вот, блядь, мы ж убийцы, мы солдаты, мы воины, мы главный герой, мы все можем. У нас есть способность моментально перемещаться, блядь, через, блядь, измерения, хуй его знает. То есть, я столько прошел,
Неужели там не будет хотя бы вечера, я не знаю. Так же, потому что прикольно было бы вечером их кокнуть. Написано, что надо бумажник побольше, блядь. А как я бумажник побольше сделаю, если я максимально прокачался? Блядь, даже не заметил. Ладно, не буду я. Все. Я же здесь был. Я просто здесь людей кокал. Не буду залазить нахуй. Твою мать! Это коморский баран! Блять, и за мной пойдет, сука! Блять, хотел за счет четко Показалось. Сейчас как чих... Ой, сука. Ничего.
Ой, ёпта. Ну ладно. Ой-ой-ой, насквозь пробивает. О, дождь пошел, заебись. Обожаю дождь, в них можно спрятать слезы моих противников. Ай! Ну и все. Не список. А что это? Записка. Трех парней. Пусто. Списка у тебя так и нет. Я печален. Я. Да. Но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Тогда список будет у них. Я снова счастлив. Сейчас я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдешь со мной за компанию? Да. Вундерба. Встречаемся на плантации. Вундерба. На кое с чем разобраться. Вундерба. Блять, немецкий язык для меня, конечно, это жизнь. Так, перемещаемся. Сейчас, короче, у нас, наверное, будет задание, где нужно будет на броневиках там хуярить машины, базы. В том-то прикол то, что он, короче, был под прикрытием все время. Когда я пришел, этот немец просто, ну... Как бы сказать так, этот немец просто себя сдал. Потому что начал со мной вместе убивать боевиков. И, собственно, его и спалили. Ну, это, блядь, спойлер. А для кого это спойлер? Уже, наверное, все проходили эту игру. Ну, ладно. Так. Давай. Немецкий лысый парень. Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Блицкриг! Серьезно? Пошли. Здесь был бой. Я. Хоть пошлет своих псов убрать дела. Класс. Я разрежу мину! Прикрой, блядь, и защемил меня своей мужественной жопой. Я нихуя не мог выйти. Я думал, что я не выйду, я вышел. Так. Привет, пираты. Сырковато тут.
Я так понимаю, пираты все-таки не совсем друзья Васу. Они просто... У них была какая-то, блядь, договоренность через Васа. Теперь ясно. Нахуй. Так, теперь мы создаем медикамент себе, потому что я без медикаментов вообще хуй собачий. Все, пойдем дальше. Ты же рядом с тобой, почему у тебя голос как из рации, как из жопы? Где еще? Ай-яй-яй. В голову прям, ничего себе. Я монстр, блядь, я мутант нахуй. Уничтожь эти джипы. Боже твоя. Времени мало. Надо идти. Так, чувак, мне похеру, я пошел за сокровищем. Идем. Мало времени. Ну и все нахуй. Ну и где ты, блядь? А, у него датчик специальный, наверное. Вот здесь еще, точно помню. Здесь. Это последняя мина. Прикрывай. Становись вон к тому орудию. Мне так спокойнее будет. Я. Какому? Вот к этому?
Ну и все. Сюда! Лундеба! Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я о списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников! Да, конечно, у меня уже в то время были телефоны. В то время уже были телефоны с камерами, и у меня, блять, сука, фотоаппарат, блять. Ладно. Фотик так фотик. Так, мы вот сюда должны пойти. Я просто помню, была миссия, где мы на машинах ездили с этим лысым, с Сэмом, но это, по-моему, не эта миссия. Так, давайте-ка все-таки купим всякую поеботу. Ну все, вроде немножко растряслись, потому что теперь у меня есть возможность заново, блядь, наполнять кошелек хоть немножко. А то пиздец. Забираю сюда, чтобы отсюда просто улететь. Так, летаем, 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 блядь. Когда уже мы полетаем, нахуй? Летим, 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 летим. Зачем я это говорю? Мы же еще не летим. А вот теперь летим. Вот это место. Надо сделать снимки главарей. Заебись, а куда? Хотелось бы сокровища пособирать, но не буду. Я заебался сокровища собирать. В пизду. Все, вот буду собирать то, что я прям перед собой вижу. Нет и нет, все. Отсюда все будет видно.